Экстремальные погодные условия стали причиной массового ДТП на Ленинградке. В Мурманске видимость порой не превышает и 10 метров. Ветер дует с такой силой, что трудно устоять на ногах. Столкнулись 15 автомобилей. Некоторые из них не подлежат восстановлению. В аварии пострадал один человек. Машины врезались друг в друга, не успевая остановиться. Из-за шокового состояния автовладельцы с трудом находят слова, чтобы объяснить, как все произошло. Фура начала объезжать. Авария. Тут машин много еще было. Все. Мне или в них, или за ними ехать. Он остановился, отбойник, да и все. Мне еще добавила белая машина сзади. Пурга, видимости ноль. Как случилось? Стопы увидел по тормозам, а тут уже куча, все. Машина управляемая была, просто оттормозиться не получилось. Из-за ДТП движение по Восточно-объездной частично перекрывали, чтобы не допустить новых столкновений. Несколько часов проехать по участку дороги от развязки с улицы Планерной до поворота на Шевченко в сторону юга водители не могли. Антон Батаев, Илья Бояркин, ТВ-21.